Всем привет, ребят! А перед началом ролика я хотел бы с вами поделиться отличным сайтом, на котором я покупаю себе автозапчасти и не только. Я не вижу смысла переплачивать к каким-то барыгам, которые тут же заказывают те же самые вещи. Проще пройдите по моей ссылке и убедитесь в этом сами. А также вы получите нормальные бонусы и скидки. В общем, смотрим ролик. Всем спасибо за просмотр. Греем КамАЗик, пацаны. Сейчас теплой воды нагрею. Побыстрячку разморожу стекла и поеду на СТО менять рессоры. Ну что, ребятулечки, едем на СТО. Короче, два верхних листа локово. Видел с этого Клогманус, и, блядь, тоже столик сделан. Приколитесь, ребятули, какой столик кайфовый. Ребята тут сделали комнату отдыха на СТО. С рессор вешалка. Кофемашина. Все для людей. Короче, помимо рессора еще пришел мандец кронштейну переднему рессоры, поэтому ждем шефа, пока привезет две рессоры и кронштейн. Вот сюда под палец ставится. Как-то так. Способа. Видите, как химия вывела? Все мазут в бок. Тоже надо купить баллон, задуть все, чтобы четко было. Приколитесь, пацаны. Развалили тазик. Говорят, водитель погиб вроде, пацан говорил. Просто в хлам. Просто в хлам. Приколитесь, какой аппарат, пацаны. Гусеницы вообще лютые. Просто махина, блин. Как они его перевозят? На трале, наверное, каком-то негабаритном. Ширина такая, что капец. Просто. На электромоторах все. Махина, да? Ну что, ребят, СТО, короче, это уже совсем другой день, в общем, ролик надо допилить, поэтому сделали мне все рессоры, всю эту фигню поделали. Короче, сейчас вроде бы нормально стало с тормозами, а то я так и не понял, тормоза бью, а машина в сторону. Ну, я думаю, что это из-за того, что рессора была оторвана. Поэтому сейчас заправляем водичку, едем под загрузку, едем в деревушечку одну небольшую, километров 50, наверное, в одну сторону. Поедем, отвезем бетончика немножко. Ребята, представьте, куда он заехал. Ну, это профессионал. Сам себе настелил второй ряд и поехал. Офигеть. Вот это он лютый. И у нас опять море. Блин, когда уже они, интересно, эту лужу сделают? Реально по колено воды, пацаны. Вот и
Лицы заехал. Сейчас где должен быть указатель на село Веселое. Где-то тут. Церквушка тут у них стоит. Ну что, ребятулечки, назад. Ездил, короче, на подгорке. А назад решил через город поехать. Ну, в принципе, дорога свободная. Можно и покататься по городу. Короче, ребятулечки, привез целый этот. Получается, блок залил. Остался бетончик. И чуть-чуть поменьше блок залил. Ну и вот еще лишаки. Так что сегодня мой день. Красава. Погнали мыть бочку. Замываемся, ребятули. Бочку помыл немного. Хорош. Всем привет, ребят. Короче, вы понимали, вот высота, и полностью первый лоток был забит вот посюда. Нахожусь в бочке. Видите, чуть не сильно. Но этот, конечно, все было забито, пиздец. Я реально подустал. Макита, помощь. Ну все, ребятушки, мой рабочий день закончен, ракету помыл, припарковался, правда, так, нагло, но ничего, мне завтра рано вставать, рано выезжать, поэтому до начальства я успею свалить. Ну все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.